Всем привет, с вами Леонид, вы на канале Мама в Шип. Это рубрика «Муж», наверное, он так называется. Сегодня я расскажу вам про важные вещи, которые я учитывал при перелете в Аргентину. Если вы спросите, почему именно я рассказываю про это, ну, потому что обычно этим занимается мужик, на него вся вот эта вот лапша повешена, и он должен париться. Давайте расскажу вам о том, как мы прилетали в Аргентину вообще по стоимости, примерной стоимости билетов. Такой есть, там есть небольшие лайфхаки и какие документы вам потребуются. Что у нас лично спрашивали. Смотрите, есть такой прикол, что рейс летит из Стамбула, обычно он летит в Бразилию, из Бразилии он летит в Буэнос-Айрес. Но есть лайфхак. Если вы полетите из Грузии, из Тбилиси или из Батуми, особенности Батуми, ваш билет будет стоить примерно на 30% дешевле. У вас добавляется один рейс, но билет становится на 30% дешевле, включая этот рейс. Это полнейший, бредовейший абсурд, но это факт. Причем рейс и на обычном классе, и на бизнес. Мы летели бизнес-классом. Я вам объясню, почему. Билет бизнес-классом нам обошелся $2500 с человека. Обычный билет в данной же ситуации обходился примерно в $1300 с человека. Опять же, надо мониторить даты и билеты обязательно, надо покупать заранее. Желательно за месяц, ну или хотя бы за 3 недели, тогда они действительно будут дешевле. Мы выбирали прям реально, я смотрел даты и смотрел, вот когда будет максимально дешево, чтобы было комфортно. Значит, в чем преимущество бизнес-класса? Не забывайте, у нас был перелет Батуми-Стамбул, Стамбул-Бразилия, по-моему, Сан-Паулу, если я не ошибаюсь, и Сан-Паулу-Буэнос-Айрес. То есть три перелета, 2 часа, что-то там типа 14 часов и 3 или 4 часа. Бизнес-класс. Проход в бизнес-залы всех аэропортов. Проход в бизнес-зал – это напитки и еда. На двоих. Ну, как бы, ну, за 2500 на 1 человека, конечно же. То есть, если вы хотели бы кушать в аэропорту, а обычно люди кушают, особенно беременные женщины очень сильно кушают, то, очевидно, вы бы потратили, ну, не менее, там, наверное, $50, да, то есть у меня три полета, где я сэкономил по $50, прибавляем, да, то есть самый дешевый билет стоит у нас $1300, прибавляем 150 просто, которые вот я потратил бы на еду. Далее, багаж. Бизнес-класс позволяет нам перевозить два багажа по 30 килограмм и две ручных клади. У нас было 4 чемодана, как бы у каждого по 2. То есть один чемодан лишний, да, ну, если вы летите обычным классом, у вас один чемодан, тут 2. Представляете, я не представляю, сколько это стоит, но я думаю, что немало. Один чемодан 30-килограммовый на 3 рейса, вот, особенно большой, самый 14-часовой перелет. Это должно было бы стоить, ну, не менее, обычно $100 маленький перелет, с учетом того, что он весил у нас 30, прям впритык, это 23 плюс перевес. То есть это было бы $150-$200 за чемодан. То есть я вот округляю и как бы прикидываю, что, наверное, баксов 500 мне бы обошелся просто один чемодан. То есть у нас уже было 1300 плюс 150 бизнес-залы, плюс еще $500 чемодана. Итого почти 2000. И вот остается переплата всего лишь $500, которая, собственно, была покрыта тем, что мы лежали в бизнес-классе. У нас там был личный повар, это был супер крутой самолет в Turkish Airlines, это было супер комфортно. Ну, особенно если у вас беременная жена, вы должны понимать, что ей очень важно лежать, а не сидеть 14 часов. Ну, вы можете купить ей билет бизнеса, а сами тусоваться в обычном эконом-классе. Как бы такая вот история. Поэтому подумайте, прежде чем покупать билет, возможно, бизнес-класс – это хорошее решение. Вот, едем дальше. Какие документы нужны были с меня, собственно, с нас? И что проверяли? По прилету в Бразилию нас пропустили, вот, ну, в Сан-Паулу у нас была пересадка сутки, ночная, мы поехали в отель, ничего не спрашивали, вообще ни хрена, прилетел, молодец, иди. Непосредственно в Буэнос-Айресе очень жестко драли, причем, вот смотрите, огромный рейс, там, кстати, огромная очередь, чтобы вы понимали, бизнес-класс, еще один плюс, выходит первый и становится в начало очереди. И даже в начале очереди мы стояли примерно 40 минут в очереди, а самый последний человек, мне кажется, стоял часа 3-4. Там просто очень медленная работа, космически медленная работа, и на весь самолет 2 человека работает. Ну, вначале их работало 3, потом один ушел, потом еще один ушел, потом один наконец-то вернулся, то есть, понимаете. И когда они проверяют документы, вот этот чувак на пограничном контроле, он уходит в какую-то свою рубку с своими паспортами, и там, видимо, сидит главный начальник, они решают. Вы понимаете, что ему надо уйти, там что-то выяснить и вернуться, это очень много времени.
Итак, мы стояли где-то 40 минут, и с нами летели в бизнес-классе тоже русские мужчины. Вот как только дошло до них, стали всех очень долго задерживать и драть. То есть русские мужики стали перед нами, и, наверное, их драли минут тоже так 10-15. Вот, так как, ну, они летели группой, и там было понятно, что они явно не едут рожать или что-то такое, ну, едут тусить. Вот, поэтому, в принципе, их потом как-то разрулили. Дошла очередь до нас, и нас мурыжили около 15-20 минут. Она тоже ходила с нашими паспортами вот в эту каморку. Что спрашивали и что требовали? Во-первых, очень важный момент. В Батуми нас не хотели сажать на самолет без обратного билета. Ну, вы скажете, что, дурак? Ну, конечно же, обратный билет нужен. Конечно же, я его купил. Я купил фейк-тикет за 500 рублей в Уругвай. Что мне сказали при посадке в Батуми? Мне сказали, этот билет не проходит. Я говорю, почему? Не потому, что он фейк-тикет, а потому, что он был именно в Уругвай. При выяснении отношений меня отвели в стойку Turkish Airways. А я там был один, собственно. И батумские ребята очень по-доброму мне завели меня прямо в внутренних рабочих помещений, показали письмо на компьютере, где было написано, вот с таких-то рейсов с Бразилии, если прилетает русский или украинец, с него требуйте, пожалуйста, обратный билет, исключительно Turkish Airlines, исключительно вместо его, откуда он прилетел, либо Батуми, либо Стамбул. То есть нельзя купить обратный билет в другую страну, да если у вас путешествие по Латинской Америке, вот вы хотите в Мексику дальше, или в Уругвай, или в Чили, нельзя, только обратно через Стамбул. Следовательно, мне пришлось купить билет прямо на Turkish Airlines, официальный. Он стоил 1500 долларов, но он был возвратный. Ну, с человека 1500. Для этого потребуется, конечно же, иностранная карта. И как только мы уже в дальнейшем, как вы понимаете, прошли границу, я его на следующее утро вернул. Деньги вернулись мне через неделю примерно обратно. Обязательно берите возвратный без комиссии. То есть суть в том, что вы можете купить обратный билет с возвратом с комиссией, а можете купить с возвратом без комиссии. Если возврат с комиссией, это стоит в районе там, 1200 долларов, да, то есть ты покупаешь его за 1200, если ты его возвращаешь, там у тебя комиссию 200 снимают, а если ты покупаешь за 1500, тебе возвращают все 1500, вполне себе. Итак, обратный билет есть, я купил его прямо на стойке, и, собственно, его действительно спрашивали в Буэнос-Айресе. Обратные билеты, регистрация, ну, собственно, жилья, букинга или что-то такое, у нас была бронь, аренда квартиры. Есть нюанс, мы сняли квартиру на полгода сразу, и у нас был договор на полгода. А по логике вещей, по визовым правилам, мы можем находиться здесь только 3 месяца, а потом еще раз продлиться, да, то есть, наверное, человек на таможне очень удивится. И обратный билет у меня, кстати, был там через 2,5 месяца, наверное, это было бы странно. Поэтому, что важно, либо вы просите как-то заранее, чтобы вам написали договор на 3 месяца, если вы именно сразу арендуете квартиру. Либо вот в моем случае пришлось воспользоваться силой фотошопа и поменять циферку 6 на циферку 3. Вот, конечно, здесь тоже был небольшой риск, но это прокатило. Непосредственно по поводу брони. На букинге есть много брони, но очень многие, практически все, не возвращают, собственно, там, деньги. Там так и написано, типа, нет возврата. И здесь как бы есть вопрос, ну, возможно, это можно найти, я не так сильно заморачивался. То есть везде написано, что там вот если там, ты отменяешь брони, у тебя списываются деньги. С другой стороны, как они спишутся, если половина отелей не принимают карты? Тоже вопрос. Ну, можно рискнуть и потерять там за одну ночь, я не знаю, денег. Ну, ничего критичного, может быть, в этом и нет. Далее. Меня лично попросили, сколько у меня с собой денег. И меня попросили предъявить карту иностранного банка. То есть они не сказали мне, что вот ты из России, покажи карту там Тинькофф. Нет, они сказали, у тебя есть карта иностранного банка? Я говорю, да, есть, но показал им, собственно, карту иностранного банка, да, там страны бывшего СССР, да. Они сказали, окей, там написано виза, там написано не РФ, и они такие, все хорошо. Опять же, с нашими паспортами несколько раз ходили туда-сюда, но потом нас пропустили. То есть вот этот момент, имейте в виду, могут спросить, как бы, будьте готовы. Теперь непосредственно пару внутренних моментов, которые важно отметить. Первый внутренний момент, собственно, мобильный телефон. Нам делали сим-карту заранее. Мы прилетели, получили сим-сеть, у нас Claro называется. В переводе вообще на испанский это, по-моему, ясный, чистый, насколько я понимаю. Собственно, как она ловит здесь? Нормально, приемлемо, нормально, в принципе, покрывает почти всю территорию вот Буэнос-Айреса, где я был, по крайней мере, на данный момент. Пополняется в киосках, то есть ты идешь в киоск,
даешь наличные, тебя берут комиссию, там что-то там 0,00, что-то там процент, то есть ты кладешь 4000 песо, с тебя берут комиссию 50, это в русских деньгах это 5 рублей комиссия. Прям даешь сразу деньги, моментально появляется на балансе. Нюанс в том, что здесь тарифы, здесь нет приложения. Давайте с этого начнем. Ты не можешь зайти в приложение, его просто не существует. Ты заходишь через сайт, вводишь номер, подтверждаешь смс, видишь свой баланс. И тарифы там типа только ты можешь купить там гигабайт на неделю, 2 гигабайта на неделю. Там нет такого тарифа, просто за месяц заплатил и забил на это и как бы забыл. Нет, ты покупаешь гигабайт, и там есть просто гигабайт, а есть с продлением. То есть он сам у тебя будет каждую неделю продлеваться. В России, вообще честно вам скажу, я тратил примерно в месяц гигов 40. Ну вот так вот получалось, я не знаю как. Здесь трафик просто как будто не расходуется. То есть я действительно пользуюсь телефоном на улице, действительно меньше, но все равно вот как будто телефон, сторонние приложения как будто не жрут трафик. И мне реально на неделю хватает 2 гига, вот так вот. Можно купить там что-то на месяц, но это стоит, по-моему, 8000 песо, навскидку около 1000 рублей. Вот, это можно купить на месяц и не париться, это будет реально 30 гигов. Но мне просто столько не нужно оказалось. Вот, поэтому я положил 4000, вот они лежат, и там что-то со мной все происходит. Даже если ты не продлишь тариф там по гигабайтам, у тебя будет списываться там по чуть-чуть за мегабайты потраченные. Не критично. Что еще? Автобус. Автобусную карточку. Значит, вы приходите, просто заходите в любой метро, просто вот спускаетесь, и там, ну, там касса на входе. Вы просто говорите, нужна карта. Насколько я помню, она стоит 760 песо на данный момент. Конечно, цена может варьироваться, но может быть 1000 песо. В данном случае это 115 рублей. Даете денег, вам дают карту, на ней, на балансе уже что-то есть. Я, кстати, не успел посмотреть, что и сколько. Мне, по-моему, хватило это на буквально на одну поездку. А так вы просто даете денег, говорите, Un миль, одна миля, это 1000, баланс, депозито, я говорю так обычно, un миль депозито, просто просовываю 1000 песо, в данном случае это 115 рублей, снаружи ты прижимаешь карту, то есть ты не даешь ему карту внутрь, ты снаружи ее прижимаешь к аппаратику, и там надо постоянно двигать вверх-вниз, то что типа херово они работают, и он в итоге там, ну, у тебя показывается на экранчике, что все ок, и он такой, все ок, и все, просовываешь карту, списываешь, ну, как бы, эта карта ты платишь. В метро прижимая, в турникете, и в автобусе. Но в автобусе тоже есть нюанс. Ты заходишь, ты никак не можешь так сразу прижать и пойти. Водила должен вбить какие-то там циферки, суммы у себя на табличке, ну, на своем калькуляторе, и ты потом прижимаешь карту. Я не супер владелец испанского языка. Он что-то меня спросил, я сказал, что-то типа ни хера не понимаю, и он вбил что-то. Возможно, он спрашивал остановку, это было бы дешевле. Я не знаю, но стоимость проезда на автобусе составляет примерно 10 рублей, и мне было неважно, да. Ну, даже если я заплатил по максимуму, я не обеднел, конечно, от этого. Но правила вот примерно такие. Это, наверное, основные вещи, которые вам потребуются в первые дни пребывания в Аргентину. Кстати, если вопрос был, где купить сим-карту, есть торговые цены, ну, во-первых, есть Google, все в Google. В Google можно все найти, но если что, есть большие торговые центры, их примерно там, ну, в центре их примерно 5 штук. Вы заходите в торговый центр, поднимаетесь на самый верх, где типа фудкорт, полыкивающий, и там стоят вот эти сим-карточные продавцы. Короче, почти во всех ТЦ вы можете встретить вот эту сеть Claro уж как минимум. И еще, да, конечно же, обмен валют. Наверное, вам тоже это интересно. Лично я, по своему опыту, пользуюсь только Telegram-обменником. То есть есть русские ребята, которым ты пишешь в Telegram, привет, мне нужны деньги. Они говорят, хорошо. Каждый день они обновляют тарифы, там, криптой, наличными. Даже рублями Тинькофф можно перевести. Просто, ну, курс будет такой, не самый приятный. Вам дают по охрененному курсу. Ну, то есть, если официально там песо 350, вам дают 850, и вы живете как король. Конечно, выгоднее менять всегда 1000, потому что курс чуть лучше всегда. Более того, у ребят есть доставка, то есть ты вот написал, и тебе через час-два, ну, зависит от свободных курьеров, приезжает русский курьер, ты при нем переводишь деньги, ну, или отдаешь ему наличными, он отдает тебе такой мешок денег, и ты заходишь домой, с ним еще можно поболтать о жизни. То есть, все супер круто налажено. Иногда даже бывает акция, типа, если ты платишь наличными долларами, тебе дают сверху еще курса. То есть, если курс там 850 песо, платишь наличный доллар, тебе дают 850 песо плюс 3% за каждый доллар. Ну, типа, им нужна наличка, ты им помогаешь. Вот, я обычно пользуюсь криптой, так удобно. Ну, мне так, по крайней мере, намного удобней. Комиссия там за перевод крипты между кошельками 1 доллар. Доставка у них стоит здесь 1,5 доллара, 1400 песо обычно. То есть, ну,
Проще, конечно, делать доставку. Ну, почему проще делать доставку? Потому что у вас вот такой вот мешок бабла. Наверное, не круто, да, ехать куда-то в центр города, к ним в контору, она офлайн у них тоже есть, чтобы потом ехать вот с таким мешком. Ну и тратить время. Проще заплатить $1.5 человек, который тебе их прям вот привезет. Вот. С обменом все супер, все вполне комфортно. Почему, ну, во-первых, почему меняем мы так много денег, 1000 обычно? Ну и что мы с ними делаем, да? На самом деле 1000 на двоих на еду хватит, наверное, блин, на месяца два, вот если по-честному. Ну, это если, знаете, не прям вот шиковать-шиковать, если покупать стандартные продукты плюс мясо, которое стоит здесь копейки. Но мы меняем 1000, вот мы знаете, я дохожу до такого момента, что мне уже чуть ли не на кофе не хватает. И потом меняю косарь, мне выдают, курс пляшет каждый день, очень сильно пляшет, вероятность того, что ты проиграешь, очень велика, и мы сразу что-то покупаем. То есть вот нам нужна была кроватка детская, она стоит $500 почти, или 600 даже. И мы раз, почти, ну, платить надо в песо. И мы раз, поменяли 1000, из них 600 сразу ушли на кроватку. И на это живем. Прошло там типа 2 недели. Мы там что-то еще купили по мелочи, потратились. У нас осталось, опять деньги кончились. Мы такие, так, что бы нам еще купить? И мы все, ходим, думаем, ага, детская кроватка, коляска точнее, да. Мы все ждали, пока найдем нужную, пока найдем хорошую цену. Оп, была ярмарка. На ярмарке делали скидку за наличные, на эту кроватку. То есть она стоила 500 тысяч песо, она нам обошлась. Обычно она стоит 650, по-моему. Понимаете, да, 150 тысяч песо разницы, даже в рублях это почти 20 тысяч. Мы такие, окей, я пишу ребятам, нужны деньги, они просто в этот момент я в России с Тинькоффа перевожу на крипту, P2P, да, у меня есть деньги, приезжает чувак, я ему перевожу обратно крипту, у меня 1000 баксов, я сразу же фактически 550 отдаю за детскую коляску. И у меня остается на жизнь 450. То есть, конечно, лучше менять всегда под какую-то, с планом какой-то покупки, чтобы песо долго у вас не залеживались. Вы действительно можете выиграть. Ну вот, пример, когда мы прилетели сюда, курс был где-то 960. То есть, я поменял и был как бы королем. Но потом он стал падать, падать, падать и дошел до 800. То есть, по факту, с 1000 долларов я потерял 20 тысяч рублей. Бы. То есть, если бы я поменял потом. И потом у меня закончились деньги, мне действительно пришлось покупать уже по курсу 850. То есть, если бы я поменял по 950, я бы сильно выиграл. Но может быть совершенно обратная ситуация. А почти все время в Аргентине обратная ситуация. То есть, ты поменял по 850, завтра уже 870, потом 890, потом 900, потом он 960, а потом он может быть там и 1000, да, с чем-то. Понимаете, да? То есть, лучше не рисковать и не играть в эту игру, потому что вот в аргентинском песо нет правил игры относительно торговли валютой. Ну, к сожалению, вот так. И я могу торговать там фьючерсами на американский доллар, фьючерсами на курс рубля, но здесь я бы не рискнул. Если бы я, мне кажется, я бы проиграл все. Потому что это реально очень опасная штука, не советую. Если вы думаете, что вы умнее аргентинского рынка, к сожалению, мне кажется, не стоит на себя возлагать такие надежды. Наверное, в этой рубрике все. Если у вас есть какие-то вопросы дополнительные по поводу чего-то либо, пишите в комментариях. Или я могу записать потом какой-нибудь следующий ролик относительно других вопросов, которые вас волнуют. С вами был Леонид в рубрике «Муж». Вот, смотрите канал Moms of Ship, подписывайтесь, там колокольчики, ну вы понимаете. Пока.